Владимир Леонардович, вы курируете профтехучилище. Какое сейчас положение с этим направлением народного образования? В настоящее время у нас профтехучилище с Нового года переведено на республиканский бюджет. Поэтому в отношении нашего обеспечения сейчас финансирования и у нас значительно легче, чем в городе, пока решаются проблемы. Нас профинансировали пока на первый квартал. Ну, а в дальнейшем, я думаю, также эти вопросы будут решаться все же в республике, наверное, проще. Но должен сказать, что у нас сейчас в профтехобразовании сложилась довольно сложная обстановка, потому что мы столкнулись с тем, что особенно по училищам нашего сферы обслуживания. Это касается торгово-кулинарного училища номер 34, 37 училища, которое у нас готовит кадры для службы быта. То, что фактически у нас мы в настоящее время лишились базовых предприятий, и они нам не заказывают кадры. То есть, если раньше управление торговли выступало у нас единым заказчиком по подготовке кадров, то теперь с созданием ассоциации и предполагаемой приватизации этой сферы нам сейчас договора фактически заключать не с кем будет. Мы планируем, и в этом году даже уже сделали, такую форму, чтобы у нас сохранить на наше пока сложное время коллективы профтехучилищ. Взяли ряд групп, конечно, согласие родителей, мы их об этом предупреждали, без гарантии трудоустройства.